Вообще тяжело дышать. Еще какая-то коробка. О! От зараженного маска. Ирина, не одевай, ты с ума сошла. Здесь везде коронавирус. Успокойся, все будет хорошо. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская. И сегодня мы заказали коронавирус из Даркнета. Ребята, об этой просьбе меня попросил подписчик. Он написал мне сообщение ВКонтакте, ребята, о том, что на сайте Darknet появилась новая посылка, которую можно заказать. А именно это коронавирус. То есть тот самый вирус, который сейчас просто гремит на весь интернет, ребята. И мы вместе с Димой заказали эту посылку. Вот что было в сообщении ВКонтакте. Привет, Ирина Ясинская. Ты знаешь, что сейчас появился злой коронавирус, который пожирает людей буквально за 7 дней. Я предлагаю тебе заказать на сайте Darknet этот вирус. Ребят, ссылку на ВК я оставлю в описании. Ну а сейчас, ребята, уже почтальон принес нам эту посылку. Посылку с коронавирусом. И мне нереально страшно просто, что в ней. Потому что вы просто не можете себе поверить, то, что это вирус. То, что до него дотронешься, и все, есть риск. Ну, я надеюсь, мы не умрем быстро. Есть риск заболеть. Так в течение 7 дней развивается вот это вот... этот сам вирус. Короче, там что-то начинаешь сначала кашлять. Ну давай возьмем. Вот он, этот мешок. Этот мешок из Даркнета. И здесь, короче, куча зараженной фигни. Зараженный коронавирусом. Ребят, это просто жесть. Сейчас мы с вами будем этот мешок разбирать и смотреть, что там такого офигенского нам прислали из Даркнет. Короче, залазим. Итак, ребята, еще хотела сказать, чтобы вы не забывали подписываться на мой второй канал «Ясинская Пэтс». Я там рассказываю страшные истории и рассказываю ваши страшные истории, которые вы мне пишете. Так что, если хотите попасть в видео, обязательно пишите мне сообщение в ВК, ВКонтакте. Ссылки оставлю в описании. Также можете в Инстаграм писать, ребят, в директ ваши истории. Вот, буду зачитывать самые интересные. Инстаграм у меня нижнее подчеркивание Ирина Ясинская. Все, теперь погнали, достаем. Что у нас тут? Так, ребят, это какой-то белый. Походу, это защитный костюм. Да, точно. Это защитный костюм, который защищает от внешней пыли. Вот, вот. Но я что думаю, сразу будем доставать. Давай и будем, все, короче, примерять. Мне прям интересно просто вообще. Вещичка. То есть мы будем сейчас сразу себя защищать от коронавируса, потому что неизвестно, что они туда еще положили. Но обычно и такой, не сказать, что... Ну, как они там ходят, как я видела, то есть они примерно... Химзащитный. Да, химзащитный. Может, он защищает там от вирусов, от всего? Смотри, он с капюшоном, нет? Должен быть с капюшоном обязательно. Так. И здесь на замке должно быть. Слушай, классно все. Все, класс. Короче, ребят, мы защищены, только я не поняла. Руки и ноги в данном случае не защищены. Смотрим дальше. Так. О-о-о, это респиратор. И причем это не обычная такая маска. Здорово. Да, а она офигенская такая. Здесь меняются фильтра. Да, вот здесь вот отстегивается. И вот эти вот, видите, вот эти марлечки. Может, и можно промывать и утюгом пропаривать. Вообще должны быть, они меняться должны каждый час. Короче говоря, вот про этот вирус. То, что они должны... Каждые 2 часа. Ну, я не знаю, кто-то меняет каждый час, кто-то каждые 2 часа. Короче, у них черные, красные маски, у них разных цветов маски полно. Короче, прикиньте, ребят, вот в такой маске, сейчас, плотно она вот здесь прижимает, в такой маске ходить, просто весь день дышать тяжело, но зато... Блин, вообще тяжело дышать. Но зато, короче, не заразишься никакой шнягой. Такая... Слушай, классная вещь. Слушай, а что я ее одела? Вдруг она, ее кто-то носил, зараженный. Да нет, это все новый, посмотри. Посмотри, она новая. Ну, будем надеяться на лучшее. Так, смотрим, что дальше. Ого. Так, это, по-моему... Так, ну это мы, короче, еще заказали себе планшет.
Еще какая-то коробка. Вау! Вот это да! Ты что, открыла коробку с вирусом? Да, походу, это от зараженного маска. Смотри, она в кровище. Вау, жесть. От мертвого человека маска? Я не знаю, от мертвого, но стопудово от зараженного. Короче, тут, видишь, кровичка даже. Еще... Пяточки. Слушай, что там еще есть? А тут что-то какая-то фигня, порошок какой-то, типа. Может быть, это защитный какой-то порошок, чтобы вирус не распространялся? Может быть. Дофига его тут рассыпало. Что там еще есть? Подожди. Так, это мы тоже заказывали. Что они туда положили? А что они вместе совместили посылки? Кстати, когда заказываешь, они совмещают почему-то посылки вообще. А даже... они видят один адрес, и они все туда кидают. Офигеть просто. И что, у меня сейчас теперь iPhone, короче, и планшет будут зараженные. Как... Еще одна маска. Она какая-то внутри, смотри, тут пакет. Тоже фильтра. Ну, тоже, короче, защиты. Ну давай тоже померим. Она без крови? Это на меня? Или да, на не, это норм, норм. Ну одну тебе оденем, одну мне. Для носа, походу, да, жилище? Вот это? А, защипляет нос, вот так? Так, ну-ка померим. Давай померим. Ё-моё, она что-то вообще... Я надеюсь, зараженные не одевали эти маски? Нет, вот эти маски, наверное, должны... Главное, вот эту вот не одевать. Там, походу, больше все ничего нету. Главное, эту не это. Слушай, что там вылетает, блин? Прикиньте, люди просто ходят целыми днями вот в такой вот маске. Просто. Так. Вот так вот. Короче. А вот эта вот фигня, вот нос сейчас зажимает вот так. Ну да, как у медицинских. Ну, чтобы воды сад не проходить. Что скажешь? Но в этой маске лучше дышать, чем вот в этой. Это вообще жестоко. В этой маске лучше дышать. Я зачесался. Но все равно то, что пакет, вот этот пакет тут внутри, все сразу, короче, у меня тут все вспотело. Все мокро. Офигеть, короче. Ну и что, вот эта вот масочка, думаешь, просто ее нам напачкали, или она реально зараженная, как ты думаешь? Я не знаю, ты заказывала. Короче, коронавирус, вот тебе прислали маску, а ты больной. Да ну мне кажется, это бред, что там в Даркнете, ты думаешь, прям вот с коронавирусом намазали и нам прислали, просто мне кажется, это такие, то есть такие вещички по тематике. Так. Ирина, не одевай, ты с ума сошла? Норм, все норм. Зачем ты одеваешь маску с больного человека? Да нифига она не с больного, ты что, гонишь? Я специально прислал защиту. Ирина, что происходит? Я не знаю. Ирина, что происходит? Чё, что происходит? Ирина, все в порядке. Сними ее с меня. Не получается. Как ты себя чувствуешь? Сдавливает легкие. Дышать тяжело. Сдавливает легкие. Сдавливает. Не надо, ты че, обалдел? Они если узнают, что мы заказали из Даркнет коронавирус, они нас это... Где телефон? Они нас... Я не знаю, ничего не надо вызывать, сбрендил что ли? Ирина, давай я позвоню в скорую. Не дури, Ирина, давай я позвоню в скорую. С ума не сходи. Ирина, смотри, уже кровь пошла. Уйди. Уйди, что, и так. Что ты хочешь? И так тяжело дышать. Черт, что это? Что это такое? Что это за буквы? Я не знаю. Нужно что-то. Энком. О, слушай. Я видела, это формула коронавируса. Смотри, НКОВ. Коронавирус? Он здесь. Коронавирус здесь. Черт. Черт. Здесь просто жесть. Здесь везде коронавирус. Откуда здесь все это? Формулы коронавируса. Походу, я запустила. Когда одела эту маску, я запустила вирус в наш дом. Это просто нереально, мне плохо.
Мне плохо, давай уйдем отсюда, пожалуйста. Давай уйдем. Черт. Здесь все заражено. Все заражено, Дим. Успокойся, ляг здесь, я сейчас тебя накрою чем-нибудь. Я не могу дышать, я теряю сознание. Я не могу дышать. Ирина, все, я позвонил в скорую. Все, скорая едет, успокойся. Успокойся, все будет хорошо. Черт, заказали коронавирус на свою голову. Я же тебе говорил, не одевай маску. Зачем ты ее одел? Отдай ее сюда. Чертова маска. Ирина, с тобой все в порядке? Как ты себя чувствуешь, Ирина? Не, сейчас норм, прям норм. Что произошло? Короче, ребят, я так поняла, походу, вот на этой маске был вирус, который длился буквально там одну минуту. То есть он, это там какой-то, может, одна долька от вируса, которая просто попадает в легкие, когда ты одеваешь эту маску. И ровно минуту тебе просто херово, и ты начинаешь задыхаться просто. Что, с легким что происходит? Да, но сейчас, короче, вроде норм. То есть минуту мне похеровило, сейчас норм стало. Ребят, короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши истории в комментариях, в Инстаграм, в Контактах, и вы увидите себя в новых видео. А мы продолжаем расследовать мистику.